Здравствуйте. С материалами Мамаев ознакомиться. На куда можно заземлиться? Я быстро, я отфоткаю, долго не буду. Так, вот решение ваше. Угу. Так, заверенное, прошито, чтобы было. Вот, как положено, заверено, прошито. Мы не прошиваем. Мы никогда не прошивали. А вы в суде работаете? Конечно. Тогда изучите инструкцию по делу производства. Мы никогда не прошивали. Зачем прошивать? Для того, что требования такие. Должно быть скреплено. Я если буду... В суде я не прошиваю ничего. Вот, а как вас зовут? И то вот видите, я вам скрепочку сделала, потратила. Татьяна Евгеньевна. Татьяна Евгеньевна, позовите мне где-то вашего, скажем так, судью, Хуторцеву, позовите. Татьяна Евгеньевна, можно вас на секундочку? Будем ликбез проводить. Отойдите, я пройдусь. Не, вы туда не пройдете, вы здесь сейчас будете знакомиться. А ну тогда организуйте мне место, где я могу нормально ознакомиться. А где вы? Все здесь ознакомливаются. Ну так вы встали, вы мне мешаете. Я должна стоять и смотреть. Ну стойте. Вот я стою. Ну так дайте мне подойти к делу. Подходите. Ирина Валерьевна, можно вас, пожалуйста? Ирина Валерьевна, мы вас ждем. Ирина Валерьевна, я умею разговаривать. Значит, вот это называется решение. Оно должно быть скреплено печатью, заверено, прошито. Вот ваш работник не знает инструкцию по делу производства в районных судах. Она мне сейчас говорит о том, что она этим никогда не занимается. У вас печать стоит? Я еще раз вам говорю. Вы будете со мной сейчас спорить? У вас печать стоит? Вы мне предоставьте заверенную надлежащим образом копию решения суда, которую, скорее всего, я буду обжаловать в надзорном порядке. А чем вас скрепка? Что? Сначала, наверное, в апелляционном. Ну, это после того, как я отменю ваше определение, что вы там без движения оставили. Так что в итоге-то? Положите пока и знакомьтесь с материалом. Скрепка-то чего не устраивает? Это не вам решать, что меня устраивает, не устраивает. Делайте, как положено по закону. Делаю все, как положено по закону. Ну, так делайте. В чем проблема, я не вижу. Проблем вообще нет. Вы просто озвучиваете. Я попросил вас заверенную надлежащим образом копию решения суда. Надлежащим образом, заверенная копия решения. Ну, последний лист. Вот. А вот эти все листы должны быть прошиты и скреплены печатью. Никогда. Вот вам не стыдно этого говорить? Не стыдно? Вообще не стыдно. Хорошо. Зайдете на страничку мне и посмотрите. Я специально для вас ликбез сделаю. Каким образом должны быть оформлено решение судов. Копии, точнее. Вам даже не стыдно это говорить? Вам носом тыкают? Мне никто ничего ничем не тыкает. Я вам говорю. Я понимаю, что у вас здесь беспредел творится. Беспредела нет? Нету, да, серьезно. Я трачу сейчас свое время. Да мне все равно, что вы там тратите. Отпуске. Ну так что тогда здесь не делаете? Вот решила вам уделить время. Знаете, я вам что, должен чем-то или что? Нет. Я до часу пришел, если вы не видите. Мы договорились за час. Да, вы вчера обещали позвонить, если я вчера с вами разговаривал. Я вам сказала, уточнюсь, я вам перезвоню. Ну так, и что не перезвонили-то? Потому что я только сегодня уточнила, а вы мне сами перезвонили. Серьезно, что ли? Ну, будем считать, что это так. Че сидим-то? Чего? Копию будем делать? Как заверенную? Копию? Заверенную. У вас копия лежит. Достаточно. То есть вы отказываете, да? Я вам ничего не отказываю. Ирина Витальевна, что вы там Ирина дакаете? Там Валерьевна? Ну, я не могу отойти, Ирина Валерьевна. Пускай сидит, а то скажет, что я что-то тут не так сделал. Это такая наглость просто с порога. Что, думаете, как спровоцировать меня? Думайте, думайте. Я ваши действия именно так расценю, что вы пытаетесь спровоцировать. Не можете надлежащим образом документы предоставить. Мне надо несколько дней, чтобы ознакомиться с материалами дела. Так, мне нужна заверенная копия. Или где мое решение? Заявление еще напишите, потому что вы ознакомлены с помощью смартфона. С аудиозаписями как ознакомиться?
Вам аудиозапись нужна? Да. Так, вот ваше заявление. Вот здесь напишите. Напишите то, что копию решения получили по 24 числа. Так, где тут? Тут. Хотите, ну что здесь или здесь? Заверенное? Угу. Копию решения получил. Решение от 24-го, 10-го, 22-го. Это все не сделано. Какое сегодня число? Сегодня у нас 14-е. 14-е, 12-е, 22-е. Не 15-е? 14-е. 14-е. 12-е, 22-е. И то, что с помощью смартфона. Так, да. И аудио, да? Сейчас английский. Про аудио нет, да, в заявлении. Потому что заявление, там разве речь была про аудио? Со всеми материалами делаю. Ну, я заявление по образцу, да, согласно инструкции по делу производства. Ну да, тут про аудио, конечно. Ну там типовая форма, я ничего не добавлял, не убавлял. Алло, октябрьский суд. Татьяна Ильина. Для кого? Сейчас, секундочку, трубочку передам. С УФНС. Да, здравствуйте. Так. Ну, тогда... По поводу протокола судебного заседания областного суда я запрашивал. Татьяна Евгеньевна, можно туда у себя? Да, конечно, рабочий выставка. Еще когда находился в СИГЕ же, я писал заявление об ознакомлении с аудиозаписью протокола судебного заседания. Я сейчас не смотрел, есть оно в деле или нет, я уже дома посмотрю внимательно. Но мной было написано соответствующее заявление. Соответственно, оно должно быть в материалах дела. С аудиозаписью какого протокола? В областном суде, когда моя частная жалоба рассматривалась. Ну-ка. То есть это дело уже очень старое, то есть оно уже в областном суде было, отменялось, ну-ка. Опять вернулось. А, вот Мурманский областной суд, есть туда запись. Сейчас я в кабинет. Вот, ну, соответственно, в мое отсутствие тоже хотелось бы ознакомиться, что происходило. Вам нужно будет заявление написать? Я написал заявление. Нет, вот тут не написано то, что с аудио ознакомитесь. Я написал заявление. Ирина Валерьевна. По поводу аудио хотят. Вот, да? Тут аудио ничего не написано. Где заявление у вас на аудио? Типовая форма заявления, согласно инструкции по делу производства. Это заявление звучит об ознакомлении. Ирина Валерьевна или Виталиевна? Валерьевна. Валерьевна. Валерьевна, запомнил. Так, Ирина Валерьевна, значит, я могу написать как угодно. Но покажите мне, вот где здесь написано, что вы просите выдать вам инструкцию по делопроизводству открыть в районных судах. Это звучит заявление по форме F. По форме 62 я написал заявление по форме. Ознакомиться с материалами дела. Материалы дела — это все материалы дела. Фото, видео, аудио. Записи у нас здесь есть, если вы хотите, чтобы мы вам. Естественно, я хочу. Нет, я не хочу, не хочу. Информацию принести. Не хочу, я, чтобы мне выдали. Если мне надо будет выдать, да? Я хочу экземпляр получить. Я попрошу, сделаю запрос, там, допустим, справку дать, копию. Послушать хочу, конечно. Девочки, организовывайте тогда, как слушать аудиозапись. Я прослушаю, запишу на свой внешний источник и все. Даже не буду копию запрашивать диска. Я же должен знать, как вы тут без меня судите. Определение случайно не выносили без меня рассмотреть, суд не пускать? А? Ирина Валерьевна. Ирина Валерьевна, как же вы так опростоволосились, скажите, пожалуйста. Вынесли определение не пускать Мамаева в суд. Ну, помните, а? Два определения. Да, это все впереди. Для вас это все впереди, поверьте мне. Вот Белозерская ума чуть-чуть побольше было. Да, а вот для вас вот немножечко косячок. Очень хорошо, да. И как это вы тут это отказываете мне в удовлетворении получения справки, я не могу понять. Ну, которую я все не могу получить из СИЗО-1. О том, какое лечение проводилось, вообще, что происходило там. Человек уже скоро, не знаю, больше полгода не может получить справку. Что такое? Вы что-то пытаетесь скрыть, помочь им? Спасибо.
Да я читал его. Знаете, я читал ваше решение, когда вы мне штраф 2000 вынесли, где вы написали, что доставление и задержание не производилось, но ограничить меня можно в правах. Вы сами-то, ну, вам не смешно, что вы там понаписали? Так работайте. Вот, видите, значит, в болевую точку попал. Ну, вы теперь согласны, что все-таки копия должна прошиваться, если имеется не один лист, а больше? Ну, я думаю, что как бы вы должны были это знать. А вы мне хотите дать диск компакт-дисков прослушать? Нет, вы хотите как? Вы хотите так послушать, посидеть здесь, или вы хотите что? Смотрите, давайте я вам объясню. Я хочу прослушать с тех материалов дела, которые находятся в деле, то есть с компакт-диска. Я могу даже пояснить, почему. Я поняла, вот у нас. Потому что есть такая фишечка, я обратил внимание, что монтаж делают, монтаж аудиозаписи. Нет, да? У меня в СИЗО пришло от Белозерской 4 комплекта аудиодисков. 4 комплекта. И все разные. И все разные. И монтажик чик-чик-чик. Где там ее определенные фразы были, а потом на следующем комплекте это компакт-дисках этих аудиозаписей нету. Ну, звука этого. Не, я поняла. Поняли, да? Записи без вашего участия. Я сейчас отфоткаю, какой компакт-диск, его серийный номер и так далее. То есть я его идентифицирую. Угу. Потому что вы мне можете копию какую угодно дать. Там файлов не будет хватать, с монтажом и как угодно. Если я обнаружу следы монтажа, то, соответственно, я напишу заявление. Да, Владимир Владимирович, да. Если мы вам запишем сейчас на свой диск вот эти записи, которые у нас в материалах дела, и дадим вам... Ирина Валерьевна, вот я сейчас, давайте я вам объясню, почему я хочу ознакомиться именно с материалами дела. Вот у вас есть коллега, Белозерская Елена Сергеевна. Мы сейчас будем про наше дело конкретно. Про ваше дело, но я вам объясняю на примере. Вот она мне в СИЗО 1 направила... 4 комплекта компакт-дисков, по 3 диска. Каждый комплект по 3 диска. И каждый раз, послушайте меня, каждый раз они были разные. Вот мы при вас вскроем конверт, запишем вам на диск, выдадим вам его. Смотрите, я не знаю, как вы это сделали. Не конкретно вы там, или там Белозерский, или еще кто-то. Но я вам констатирую факт, что когда я прослушивал первый комплект дисков, да, я услышал там определенные фразы, которые произносила Белозерская, за которые она должна была взять самоотвод и вообще уйти... Давайте про Белозерскую не будем говорить. А я хочу сказать, понимаете? Потому что у нас тоже мало времени. Вы согласны, что мы сейчас при вас из этого конверта достанем диск, запишем записи на диск, вам выдадим? А как мне сличить, что это именно вы записали то, что нужно? Это при мне будет происходить? Станете здесь. Ну, если при мне, то согласен. Если при мне, да. Если не против, напишите, что аудиодиск с записями получили. Ну, напишу. Ну, все, что по факту будет, я напишу. Просто я вам объясняю, что для меня это тоже было парадокс, чем, когда... Зачем конверт? Вот она, я перетаскиваю. Из конверта. Ирина Витальевна. Валерьевна. Фу, да что ж такое? Ирина Валерьевна, вы согласитесь, что это неправильно, да? Что? Когда посылаются 4 комплекта, и все они разные. Но такого не бывает. Вот смотрите, вытащили, да? Так, да. Вот запись вот здесь вот есть. Вот видите, да? Сейчас секретарь это вставляет. Ну вот, видите? Сейчас секретарь вставляет туда и притаскивает вот эти две записи. Хорошо. И мы при вас... Вот встаньте тогда, пожалуйста, здесь. Хорошо. И посмотрите. Ирина Валерьевна. Определение ваше о том, чтобы устранить замечание по апелляционной жалобе. Что там за замечания? Серьезные какие-то еще или так? Мелочь. Устраню, подождется. Меня измором не взять. Я сам кого угодно измором возьму. Нравится бумажки писать, пишите. Так, подождите. А что за определение? Оно что, 12 декабря? А сегодня какое? 14. Что, это 2 дня тому назад, что ли, было? Ну, что оно не может быть. А как раньше-то? Такое ощущение, что я его раньше видел. Ну, ладно. Не знаю, что вы могли раньше. Ну, я на сайте сюда смотрю.
по-моему, на прошлой неделе. Ну ладно. Так, все это ваше. Так, тут два диска, да? Да, там угу. Областной. Угу. До свидания. Ирина Валерьевна, до свидания. Угу, спасибо.